Так. Марта 2021 год, Харьков. Время 20:43 по Киеву. Дубль второй, ну, за этот выход, за эту сессию. ИСО 400 поставил с этой чувствительности. Но пришлось мне уменьшать выдержку, потому что при максимальной выдержке было пересвечено все жутко. Ну, по-моему, даже так неплохо получается. По четкости изображения, по контрастности. Хотя похуже, по-моему, чем при ISO 125. Пузырчатость луны. Прямо-таки классно сказано. Ладненько. Видео, можно сказать, тестовое. В том смысле, что... А, ну да, шумность видна, такая пластилиновость. По сравнению со 125. Когда 125 ISO. Ну, сейчас посмотрим на пояс Ориона. Как он нам будет виден при такой светочувствительности. Ой, тут надо сразу увеличивать. Так, где он? О, смотри, это я увеличиваю еще и диафрагму. Не. Ну вот пояс Ориона. Едва-едва виден. Да, 3 звезды. Да, на экране вообще не видно. Ладно, пошли к Луне. На то мы порешим. Сейчас, наверное, еще один дубль сделаю на 125 ISO. Уж больно классно получается. Видно, какая засветка, да? Это же не годится. И сейчас буду уменьшать выдержку. Ну, совсем другая песня. Здравствуй, кратер Платон. Как же мы по тебе скучали эту длинную, нудную, пасмурную зиму. Ладно, сейчас будем менять на 125. Не могу себя заставить нажать кнопку стоп. Так, 20:47 по Киеву, Харькову.